Ефіри програма «Новин регіону» у суді Олена Мельшанкова. Вітаю вас. Могилєв відзначив два великі святи. Більш подробязно про мероприємства і святкування глядіть у нашому випуску. Беларусь отзначила головное свято краины – День незалежности. Святковали усе регионы, каждый город и вёска. У Могилевской области урочистости начались на знаковом месте – Буницким поле. Тысячи могилевчан пришли ушановать память тех, кто змагался за свободу Беларуси. У далеком 1941 году тут, на Буницком поле, на 23 дни были припынены немецкие дивизии, которые шли на Москву. Тут были и первые кроки на шляху до великой перемоги. Каля мемориалу собрались граждане, ветераны Великой Отчинной. Знову у строи и бессмертный полк. Те, кто отдал життё за нашу свободу. Это память о тех героях, которые отдали свои жизни и здоровье, и жизни полностью. За то, что мы сегодня так особенно... Все наши могильчане жили прекрасно, свободно, хорошо и независимо ни от кого. Всем ветеранам войны, ветеранам труда большое им спасибо, что шли в одну ногу. Независимо какой национальности, друг другу помогали, друг друга уважали, друг друга любили и одержали победу. Отдать данину поваги и повиншевать ветеранов пришли працовные коллективы, молодь, сотни кветок до помника и хвилина молчания. Мы памятаем их подвиг. То, что сделали для нас предыдущее поколение, наши деды, наши прадеды, конечно, молодое поколение сегодня должно помнить. Без этого нет будущего у Республики Беларусь. По часу урочистости у людям, которые сделали значный уклад у развитие Могилевской области, вручили посвящение об занесении у книгу славы Могилевщины. Мне хотелось бы, чтобы наша молодежь получала очень хорошее высокое образование и продвигала нашу страну. Задача поставлена, превращала нашу страну в IT-страну. Завершилось и мероприемство выступлениями творчих коллективов и урочистым маршем воинских частей Могилева. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, «Новин региона». Подарунки из нагоды свята отримали могилевские медики. У Могилевской больницы номер 1 открылось отделение неврологии. Треба отзначить, что у названной установи, что год проходит лечение около 3000 пациентов этого профилю. Передали больнице и 3 автомобиля худкой допомоги. Их набыли за лих городского бюджету. И реанимационный автомобиль с участным обсталеванием от Беларусьбанка. Это один из проектов социальной программы «Вектор доброни», якое реализует Ашадный банк. Спецмашины позволят оперативно оказывать медицинскую допомогу пациентам. Их подарили Могилевской больнице номер 1, одной из самых великих медицинских установ в области. Это не просто автомобиль сегодня подарен. Автомобиль оснащен новейшей аппаратурой медицинской, которая позволит вовремя диагностировать, вовремя оказать, самое ведь главное, оказать первую помощь, когда в ней нуждаются. Дальше привезут, и врачи, медики здесь на месте в стационаре сделают свое дело. Вот важно установить диагноз, важно помочь человеку определенный период до стационара оказать медицинскую услугу. День незалежности Беларуси на Могилевщине отзначили у каждом кутку. У Могилеве головной пляцовкой святочных гуляний стала пешеходная Ленинская. Тут ладилось свято национальной культуры «Моя родима Беларусь» с белорусскими спевами, стравами, рамёствами и, вядома, сувенирами. Делаю такие вот сувениры для иностранцев, для наших белорусов. Какие-то небольшие обережки, может быть, какие-то символичные наши славянские мотивы. Кто желает, мы можем научить. Можем научить повышивать вот украшающими швами. Кто захочет крестиком, объяснить, как это делается. Чтобы не забыть традиции нашего народа белорусского. Праздник замечательный. Все 3 дня в таком возбуждении. Там нравится все. Ходим по выставкам, по концертам. Отдыхаем вместе с детьми, с внуками, со всеми. Святкование должились целый день и поделились на пляцовки по интересах. Например, у сквера 40-годия перемоги для маленьких могилевчан зладили детячее свято с забавами, конкурсами и подарунками. Так что выдатный настрой удалось створить для усіх. Концерт «Наша земля, наша родима Беларусь» протягнул марафон святочных мероприемств, просвеченных Дню незалежности Республики Беларусь.
На сцену на площади Славы за час концерту «Наша земля, наша родимая Беларусь» вышли у агульной колькости 500 артистов. Заслуженный коллектив народных инструментов имя Иванова, Великого театра оперы и балета Беларуси, солисты молодежных студий. Мы сегодня будем рады работать для могилевчан, для наших гостей, создавать им хорошее настроение. Это наша работа, наш будет подарок могилевчанам. Дорогие могилевчане, поздравляю вас с Днем Независимости, добра, покоя, мирного неба и, конечно же, крепкого вам здоровья. С праздником! Далее музычную эстафету подхопил гурт «Тяни, толкай». С праздником, друзья! Сейчас как раз будем поздравлять. Вот подъезжаем к сцене и поздравим двумя убойными песнями. Одна, кстати, премьера будет. Спевакам подпевали, купали их у овациях, а коли на площади з'явіўся российский выканаўца Алексей Воробьев, гэта выклікала сапраўдны ажиотаж. Фанаты спевака скарысталіся момантом, рабілі селфі і разам подпевали его хіты. Насколько гостеприимны здесь люди. Это так приятно, когда приезжаешь, ощущение, что ты как будто где-то дома, как будто вот здесь вот родные твои люди. Это безумно приятно, это какая-то вот наша искренняя благодарность за это. А далее было более. До головной сцены на кабриолете подъехал народный артист России Олег Газманов. Сегодня для меня и для группы «Эскадрон» большая честь поздравить вас с Днем Независимости. Могилев, выше руки и больше жизни! Як и не промянул, а значит, Олег Газманов, Могилевшина для него не чужая земля. Это родина моих предков. Мои родители родились здесь, в Беларуси. Поэтому, конечно, меня многое связывает. И мне очень нравится очень открытый, очень искренний народ с богатой культурой, историей, с такими мелодичными песнями, с такой природой вообще. Замечательная страна, с такими дорогами, кстати, с такой чистотой. Спасибо вам. Есть кого брать пример. Наталья Ильинич, Виталь Вопсиу, «Новини региона». Кульмінацыяй свята з нагоды Дня Незалежнасці стала агульнарэспубліканская акцыя «Спяваем гімн разам». Яна прайшла адначасова ва ўсіх гарадах вобласці. 30 тысяч человек. По подликах миновито стольки могилевчан и гостей города пришли 3 липеня на площадь Славы в Могилеве, как разом проспевать гимн Республики Беларусь. Многие пришли на площадь с семьями. Люди разного возраста, плячо в плячо, ветераны и молодь. Спевать гимны разом у День Незалежности стала традицией. Гэтая акция – саправдный приклад патриотизма. На апошніх аккордах гимна небо над Могилевом расфарбовали залпы святочного фейерверка. Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святочных концертов, которые отбылись на площади Ленина и площади Слава в Могилёве. У субботу, 8 липеня, «Виват Могилёв 750», 9 липеня, «Наша земля, наша родима Беларусь». Початок трансляции у 21 годину. До речи, полные версии 3D-маппинг-шоу на площади Ленина и святочный фейерверк, присвеченный 750-годию Могилева, можно убачить на сайте телерадиокомпании «Могилев». Татьяна Сергейчик, Наталья Ильинич, Виталь Вопсев, «Новини региона». У Беларуси проходит и международная факельная эстафета «Бег миру». Это эстафета сябруства, взаиморазумения и одинства. Идея была реализована 30 год тому Организацией Объединенных Наций. За этот час «Бег миру» побывал у каждом кутку планеты. Сёлета он стартовал у Ирландии больше 2 месяцев тому, а финишуя 8 липеня у Минску. Подчас вандровки удельники наведывают дитячие оздоровленчие лагеры. Одним из них стал родник у Шковском районе. Дети скористались махчимостью докрануться до факелу миру. Всегда чувствуешь внутренний подъем, и это заразительно, когда
Недаром же ученые доказали, что мысли материальны. И когда мы думаем позитивно, настроены позитивно и несем эту теплую, добрую эмоцию другим людям, они также взамен нам дарят эти теплые, чистые эмоции, что, собственно говоря, от факела из рук в руки и передается. Еще больше цікавих новин на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюсь, до встречи в эфире.